Вот есть такие гоблины в интернете, которые не ставят аватарку, пишут какие-нибудь некрасивые там свои названия. Да, у меня был такой человек, каждый раз у него было новое имя. Он даже был у меня во дворе, мы даже с ним разговаривали, он даже успел меня напугать. И напугать моего директора так, что она уволилась, теперь не работает. А он куда-то пропал. Честно говоря, мы с ним нормально, по-человечески поговорили. Я подарила ему книги для его девушек, у него их, по-моему, человек 5 было. И как-то он перестал меня в интернете гномить, потому что под каждым роликом, вот если была какая-то чернуха, то это было от него. Я, прям как заказной человек, я знаю, что есть такие люди, они работают на эхе Москвы, им деньги платят. Я знаю, что в правительстве есть такие, которые несут какую-нибудь ерунду, чтобы не было совсем сиропа. Но вот, бывают люди по жизни, вот они такие брехословые в интернете, диванные хамы, в какой-нибудь... Прыщавый тушкан студент хочет быть брутальным хамом и думает, что он им может быть. Я раскусываю таких на раз, два, три. Хотя все равно реагирую. Очень много у меня эмоциональных актеров уже у меня, да, спортсмены. Они очень близко к сердцу берут, когда их не поощряют. Они все зависят от психологических поглаживаний, и они хотят нравиться, безусловно. И когда им говорят, ты плохой, некоторые накрываются тазом, и приходится их оттуда вытаскивать.